ящике Иудином денежка звенит. С денежкой Иуда будет знаменит. Для чего напрасно тяжкий крест носить? Главное побольше денежек скопить. Денежки звенели, полнилась казна. Предал он недаром Господа Христа. Трудно жить Иуде со славою такой, захлестнула шею смертною петлей. В ящике разбитом не звенят гроши, нету покаяния для его души. И бесплотной тенью, совестью палим, бродит он по свету с ящиком своим. На дела благие собирает он, дух его повсюду, там, где денег звон. Помогите, люди, нет на вас креста, не в деньгах ведь счастье, все ради Христа. Много в деньгах пользы, много добрых дел. Ради Бога можно сделать для людей. Хорошо молиться и поклоны бить, но без денег трудно Господу служить. Ризы золотые будем вышивать, купола и храмы щедро украшать. Пусть повсюду в церкви золото блестит, громко, как молитва, денежка звенит. Славно потрудился Иуда для людей, он и благочинный, и архиерей. Будто самовары блещут купола, звон есть величавый, только нет Христа. В ящике Иудином денежка звенит, грешная неистово душа его болит. Бродит он по свету с ношей золотой, а за ним со смехом бродит звон пустой. Бродит он по свету с ношей золотой, а за ним со смехом бродит звон пустой.